Всем привет! Сегодня у нас будет такой вот цилиндр Securema, шестипинка. Такой вот профиль ключа. В общем, давайте мы его сейчас откроем, изучим. Так, попробуем этой клюшкой начать. И вы видите вскрытие этого цилиндра. В общем, на этом я завершаю это видео. Точнее, нет, давайте перейдем к разборке, посмотрим пины. Вот, и после того, когда изучим пины, можно будет собрать этот цилиндр и также отправить его дальше для обучения. И давайте теперь нам надо снять стопорное кольцо. Так, стопорное кольцо. Значит, блокируем. Вроде бы как сняли стопорное колечко.
Это хорошо. Да, и теперь давайте его достанем. Но для начала нужно так. Нам необходим пиноудерживатель. Блин. Так, есть. Теперь достаем плах. Наверное, изучим в начале пины. Видим, что здесь сразу на пине у нас установлен шарик. Оп. Давайте мы начнем, наверное, с пинов, с кей-пинов. У нас 6 кей-пинов, пины с проточкой для удержания в плахе цилиндра. Вот такой вот плах. Давайте посмотрим нижний ряд пинов какой. Так было бы неплохо нам вот эту штуку. Вытащить. Так. В общем, ладно, не буду это вытаскивать. Достанем пины нижнего ряда по одному. Стальной бочонок. Короче, первая гантелька, бочонок и предпоследний пин. В общем, у нас здесь в этом цилиндре всего одна гантелька. Так, теперь. Пины такие чётенькие все, новенькие, аккуратненькие. Сейчас ближе покажу. Пружинки стальные. Одна пружинка отличается от других. Я так понимаю, это выполнена защита от самоимпрессии, чтобы они продавливали с разной силой. Насколько эта защита эффективна, история умалчивает. Я вообще близко к импрессиям не приближаюсь. Клюшек вполне достаточно. Вы видите. Давайте я сейчас покажу близко. Вот такие вот пины. Видим гантельку, она стояла первая, и потом такие вот кейпины, далее вот пружинка, которая отличается от других пружин. Я не думаю, что ее кто-то поменял,
Если она установлена производителем, то для того, чтобы защитить цилиндр, скорее всего, от самоимпрессии. Так, и давайте сейчас посмотрим на сам корпус. Видим 6 луз, логотип Securema. И вот такой вот ага, она не выпадает, потому что тут пружинка. Здорово, мы сейчас его соберем обратно. В общем, на этом я завершаю данное видео. Всего доброго.